У тебя ботинки или типа носки с подошвой? А можно селфи? Аккуратно! Народ, вы, конечно, уже слышали. Извините. В университете Empire State. Вот только на этот раз речь не о переборе с алкоголем и не о незрелых умах, отечавших от гормонов. Власти держат произошедшее в тайне. Но, по моим данным, демоны чем-то накачали студентов, превратив их в смертоносные машины ярости. Что же стало с нашим городом, леди и джентльмены? Что нам приходится бояться собственных детей, соседей, жены мужей? Будьте бдительны, будьте начеку. И ждите беды даже от баристы с модной стрижкой, готовящего вам обезжиренный латте. Или станете жертвой! Еще как, чувак. Чувак, паучок! Хотел сказать, что ты... Хорошо выглядишь. Паутину! Фотку для моих детей? Спасибо, они обожают тебя. Эй, Человек-паук! У меня новое приложение с ежедневным... Чувак! Приходи там, где тебя будут свободны. Привет, Человек-паук! Что там? Нет, я... Низковатый. Эй, Человек-паук! Эй, как я счастлива! Что за... А что с костюмом? Губки уточкой. Ну, хорошо, под маской плохо видно. Паучок. Ой, простите. В жизни ты еще круче. Я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. А, защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за чёрт? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Всем группам Соболя. Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. Там второй модуль.
резидентам. Кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Всем группам Соболя. Есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель. Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Вот он. Проклятие. Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед. Привет, МДжей. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки. Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нио? Ты вообще о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДжей. Джекпот. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! Жуть. О! GR-27 — это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. МДжей, дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем виде оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто и знает, где находится Майклз, то это финдиректор Оскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк.